расскажу немножко про стрельбу кольцом. Его техника довольно заметно отличается стрельбой пальцами. И привыкать к кольцу человеку, который раньше стрелял пальцами, довольно сложно. И так, что оно из себя представляет. Ну, обычно вырезается из рога, иногда изготавливается из металла, отливается из металла. Вот. Есть разные конструкции. В частности, вот это кольцо изготовлено из рога оленя. Надевается на большой палец руки. Вот. И удержание тетивы происходит за счет того, что мы сгибаем большой палец, и тетива застревает, она не может выйти, если мы не распрямим палец. Так она удерживается, и так она вылетает. Техника стрельбы кольцом, она более естественна по отношению к пальцевой технике, поскольку, когда мы поднимаем руку вверх, палец большой, естественно, находится в том положении, при котором выполняется выстрел. Нам достаточно его просто согнуть, и все, и мы удерживаем тетиву. В случае стрельбы пальцами, трехпальцевым средиземноморским хватом, выходит так, что лучезапястную кость нужно развернуть. То есть, с точки зрения физиологии, кольцо это более естественно. Как происходит удержание, если на примере? Кольцо помещается под стрелой, а пальцы накрывают большой палец. Вот, и все остальное происходит так же. И если говорить о выпуске, то он происходит, ну, примерно так же, как и в случае с пальцами. Тоже плавное расслабление, и рука уходит назад. В разных культурах стрельбы она уходит по-разному. Японцы раскрывают полностью, кто-то не раскрывает. Ну, сейчас просто выстрелим. Натяжение лучше выполнять с верхней точки, тогда задействуются мышцы спины. Есть один нюанс в стрельбе с кольцом. Стрела прикладывается не на левую сторону, как это обычно происходит в европейском трехпальцевом хвате, средиземноморском, вернее. А прикладывается она справа.